Готовим вот такие зефирки в домашних условиях. В ковш кладем агар-агар, фруктовое пюре, воду и сахар. Перемешиваем и ставим вариться. Как только закипит, уменьшаем огонь и варим 5 минут. В чашку кладем белки, добавляем соль и взбиваем, постепенно добавляя сахар. Белки взбили вот до такого состояния, а сейчас, не прекращая взбивать, постепенно наливаем наш сироп. Продолжаем взбивать до густой массы. Взбиваем вот до такого состояния. Кладем на кондитерский мешок и формируем наши зефирки. Берем разные насадки. Так будут зефирки разные. Это даем деткам. Зефирки наши готовы. Оставляем на 6-8 часов.
Я ставлю на всю ночь. Наступил следующий день, зефирки готовы, сверху засыпаем сахарной пудрой и крахмалом. Снимаем с коврика и соединяем друг с другом.